Dixie Friends — это не только 6 музыкантов, которые стоят на сцене. Это прежде всего коллектив, ну, такой, который помимо сцены еще собирается, вернее, не то, что собирается, а общается вот туда. Мы старались все-таки собрать коллектив по человеческим качествам, прежде всего. Ребята вот уже 10 лет вместе. Это детский возраст, хотя старшему уже 36. Все безумно влюблены в Диксиленд и считают его обязательной школой для джазмена, если, конечно же, он стремится к творчеству и самореализации. А начиналось все с обычного учебного курса в Ростовском училище искусств. Диксилендовская музыка, она настолько яркая, настолько самобытная, настолько требует какого-то, какой-то полной самоотдачи от каждого из музыкантов, что, в общем-то, надо было искать ребят, которые бы увлеклись этим делом. И, конечно, такие поиски начались. И не зря многие вспоминают наш Кривой Рог, знаменитый международный джазовый фестиваль. Вот тогда туда уже поехал первый, будем говорить, состав. У вас же там был и Дергачев, да, у вас там был Пономаренко, они уехали. Нет, не совсем точно. Первые были практически музыканты, которые одновременно играли и в оркестре. Нас даже называли солистами оркестра Родинского. Потому что тяжело было выезжать куда-то. Такое время и сейчас трудное, но тогда было особенно. Нас никто не знал, и отдельно поехать куда-то нам было очень тяжело. Поэтому мы поехали в составе оркестра Родинского. И в том можно вспомнить великолепных музыкантов, которые в данный момент вот сейчас работают в Москве. Это Михаил Камалов, Петр Архипов, Иванченко. Да, это в запрещенных барабанщиках. Совершенно верно, да. Вот эти ребята, я не скажу, что они любили Диксиленд, не скажу этого, но они к нему относились чисто как к музыкантскому искусству, где можно себя очень хорошо выразить. Это вообще является одной из основ Диксиленда, потому что очень много сольных партий, очень много моментов, которые позволяют музыканту
показать свое «я». Вы могли предположить, что в конечном итоге получится некий такой коллектив, который будет мобильно работать, да еще как звучать вообще на всю Россию? Ведь в Санкт-Петербург приглашают, в Ставрополь они стабильные уже гости. Да и что тут греха таить, в общем-то, и Черноморское побережье покорено вами, извините. И не только концертные залы, но и народ. Вы знаете, ну вы немножко льстите нам. Конечно, желание было сделать хороший профессиональный коллектив, но в первую очередь он задуман был как учебный, потому что мы сдавали государственные экзамены, и тот, кто являлся выпускником училища, он в составе дикселента защищал, так сказать, свой диплом. Из известных музыкантов это, наверное, Андрей Мордасов, солист муниципального оркестра, сейчас оркестра военного, штабного оркестра. А еще можно вспомнить и таких музыкантов, как наш банджист, который буквально благодаря дикселенду нашел в себе силы и получить образование, и стать музыкантом с определенным «я». Как попало мне в руки банджо? Совершенно случайно. Я заканчивал училище искусств по классу гитары, эстрадно джазовое отделение. Одновременно играл в коллективе Dixie Friends. Тогда он был ученический коллектив училища искусств под руководством Александра Александровича Усенко. У него, кстати, присутствует. Я дал объявление в газету. Требуется, куплю банджо. Ну, были там разные звонки, там, и по поводу, без повода, ну, в конце концов, купил банджо. Совсем изменилось у меня и стиль игры изменился. Ну, не сразу, конечно, я почувствовал инструмент. Инструмент сложный не в том плане техническом, а сложный почувствовать его, сложный поймать вот эти вот нотку банджо. Ну, сейчас могу сказать, ну, почти с уверенностью, что я какого-то уровня достиг в этом. Великий гитарист, но банджо я знаю. Банджо знаю, именно в стиле Dixie. А это у тебя там бабушка позвонила? Да, да? Это мне. Это? По объявлению бабушка позвонила, я дал объявление в газету. Куплю банджо. Мне бабушка позвонила, сказала, а что такое банджо, это овощ или фрукт? То есть, может быть, у меня есть такой, да, но а просто может, я еще не знаю. Может, у меня есть, но я не знаю. Вот такие были звонки. Потом, впоследствии, я купил еще второй инструмент. Сейчас у меня два инструмента, я чередую, смотря где играть. А разница между ними? Несущественно. Две струны. Шестиструнная и четырехструнная. Сегодня я буду на четырехструнном играть. Она немножко так потоньше звучит. Повыше. Ну, естественно, аппликатура совсем другая. По-моему, из старого состава самой первой ласточкой, или, так сказать, первым из магикан, вот говорят, последний из магикан, был Сергей. Да, Сереж? В принципе, да. Да, это так и было. Это, как Сан Саныч сказал уже, это был учебный состав, где я первый, в принципе, из всех людей нашего состава. Ну а как вот соблазнил Федюнина? Федюнин пришел, Игорь Федюнин, тромбонист, пришел из армии. Как ты его соблазнил? Это, в принципе, не я его соблазнил, а он соблазнил всех, потому что у нас был как учебный состав, а потом... Это получилось просто как хобби такое. Благодаря, кстати, Игорю Федюнину, который ввел такую, я не знаю, как это назвать. Заразил, да, можно сказать так, заразил нас. Ну, не вирусом, но, по крайней мере, охотой собираться хотя бы два раза в неделю, а потом уже почти каждый день. И уже это превратилось не просто как в дикселент, а какую-то семью такую. Труба, казалось бы, ну такой инструмент, который, ну, не разбирается. Как вы умудряетесь его разбирать на запчасти, играть на каждой части отдельно? Такой интересный вопрос. Ну почему не разбирается? Разбирается. Вот вы, кстати, видели, как я ее разбирал. А можно играть на клапане на каком-нибудь? Ну, можно и в бассейне играть, плавая на трубе. В принципе, я так думаю, что можно играть и прыгать с парашютом. Главное иметь желание к этому.
А вот как это, эти вот находки получаются, или примочки, как говорят музыканты, как они рождаются? Я вам скажу, что у меня рождается это чисто спонтанно. Вот мне захотелось это сделать, сыграть на мужтыке, и у меня это получилось. А вот когда появилось название? Диксилент ростовский, диксилент ростовского училища искусств. Это все как-то строго звучит. Хотелось какое-то такое, не то что смешное, веселое какое-то название, чтобы с какой-то оригинальностью. И, в общем-то, думали. Во-первых, у нас есть пьеса, которая называется «Dixie Friends». Это значит «Dixie Друзья». В Диксиленде мы все друзья, естественно, там, братья, бразерс. В общем-то, отсюда все и пошло. Сложно было найти единомышленников. Как-то так вот, чтобы они потом остались и уже остались навсегда с вами. Ну, были какие-то трудности в плане инструментов, чтобы там найти кларнетиста, потому что кларнет это, в общем-то, классический инструмент у нас считается. Хотя изначально это был как классический, так и джазовый инструмент. Но у нас принято, что в музыкальном училище кларнетистов нет странно, то есть саксофониста. Вот. И нужно было найти классического кларнетиста, такого очень способного к этому жанру, который сможет овладеть инструментом, овладеть стилем этим. И у нас... Да, но если я правильно помню, это как-то ты гулял по парку Горького, зашел на концерт классической музыки, да? Да, был один. А там так одиноко сидит. Одиноко сидит. Приятель. Приятель мой, не одноклассник, но мы вместе в школе в Шумовой учились. Очень прекрасный кларнетист, который очень способнейший человек. Ну, классический музыкант, кларнетист. Но это здесь звучит как недостаток. Вот хороший человек, но классический музыкант. Ну, в нашем именно так и получается, что это для нас проблема найти кларнетиста, который сможет войти в стилистику и понять, и при том, что он играл всю жизнь классическую музыку, и перестроиться, в общем-то, это тяжело для классических музыкантов, потому что овладение манерой – это нелегкое, скажем так, дело. Ну вот нам повезло, просто нам очень повезло, что наш Паша, Саша, пришел с большим интересом, с большой любовью, заинтересовался, влился, скажем так. И не вылился. И не вылился, и не выльется никогда уже. Бетховен, и вдруг вот ты попал под влияние какого-то Федюнина и скатился в джаз. Да в такой еще легкомысленный жанр, как диксилент. Ну, я сейчас остаюсь к этому приверженным, вот, к этому стилю музыки. То есть, я, как вы говорите, Бах, Бетховен. Я слушаю эту музыку. Ну, дело в том, что здесь кроется какая-то другая такая, вот, такая детская, такая вот мечта вот, быть... То есть, оставаться всегда легким, таким немножко наивным, потому что в музыке и само искусство требует
такого немножечко, такой легкомысленности какой-то. Но в то же время, так как мы уже как бы все серьезные музыканты, мы отдали себе отчет, что мы делаем. Поэтому мы это делаем на каком-то более другом как бы уровне, мечтаем о каком-то совершенстве, вот это вот как бы, ну, такой мечтательности в нашей музыке. Потому что Диксиленд — это фактически, это не только веселая музыка, это просто, просто, да, высочайшее вот, то есть искусство, вот, как и джаза, так и современной музыки, в том числе. Это кажется, что вы так легко играете, вот это восторг такой, это такое детство, это такая радость, жизнелюбие, что ли. А за этим за всем вообще серьезно достаточно работа. Да, а вот Вова, это вообще это уникальное явление, то есть он пришел из спорта в джаз. Да, да, был такой период, была возможность поступить одновременно в два учебных заведения из ШВ в 91 году. Я продолжаю учиться в педагогическом университете на физкультурном отделении. Поступил в училище искусств, поскольку всю жизнь мечтал приобщаться вот к музыке. Может быть, до конца 100% музыкантом не стал, так как приходится, вот, к примеру, зарабатывать деньги совсем другими способами. То есть я восхищаюсь вот перед ребятами, которые посвящают всю свою жизнь, то есть действительно музыке. У меня нет такой возможности сейчас, но слава богу, Диксиленд — демократичный вид искусства, поэтому особой техники, к примеру, владения барабанами, то есть не требует. И поэтому тот багаж, который я получил в училище... Поэтому ты переходишь на вокал время от времени, да? Нет, это все не самореализованность, это все комплексы, меня гложет, все, хочется и попеть. Я все вообще хотел быть на виду как-то, а меня засунули куда-то туда, говорят, вот, держи палочки там, и что-то там вот этот бацай. Why not take all of me? Can you see I no good yet without you? Take my leaves, I will lose them. Take my arms, take my arms, I never lose them. Yeah, yeah. Say goodbye. Let me drive the grind. Don't try get it all yet without you. You took the bar. Эта музыка не может, как бы вам сказать, быть бюрократической или какой-то вот такой сугубо официальной. Не зря мы часто и гости многочисленных презентаций, которые проходили и в Ростове, и в Сочи, и в Москве. У нас были хорошие площадки, и нас с удовольствием слушали как в Министерстве, допустим, культуры, так и на ВДНХ, так и, допустим, в Сочи на открытых фестивалях. Ну, а может быть, особой отличительной чертой всей нашей игры является то, что у нас все время стояла цель постоянного роста, а поддерживалась она тем, что нас не без помощи, будем говорить, или с легкой руки, так, наверное, будет лучше будет сказано. Известный мэтр джаза, это Владимир Фейертах, как-то почувствовал нас еще на ставропольских фестивалях, пригласил вот на знаменитый Black Sea в Сочи. И тогда впервые сказал, что мы входим в четверку лучших российских коллективов именно в диксилендовской музыке. Мысль была давно избавиться вот от ненужных, как бы вам сказать, компонентов, которые мешают мобильности и многосторонности выступлений. Потому что очень часто те площадки, куда нас приглашали, они не были оборудованы ни звукотехникой определенной, не было каких-то вариантов подвоза инструментов. Поэтому мы, конечно, постарались уйти полностью от электрических инструментов. И даже это получился плюс, большой плюс, хотя в свое время довольно-таки известные музыканты играли тот же самый Архипов. Но, во-первых, по тембру это не совсем нам нравилось. А потом мы благодарны нашему тубисту, который смог достигать именно путем владения тубы в совершенстве такого звучания, которое нас устраивало в любых направлениях.
Саша, ну а вот все-таки туба достаточно такой неповоротливый инструмент, а тут в джазе такое легкое движение. О, вы меня очень сильно удивили высказывание неповоротливый. Во-первых, туба с самого начала была в джазе. Во-вторых, диксилент, я бы не назвал его легкомысленным стилем. Дело в том, что диксилент наши критики сравнивают с музыкой, ну, с камерной музыкой 15-16 века. Это, в принципе, это равнозначно, да. Вот именно дело с того, что с этой музыки диксилент начинался. И назвать этот стиль таким уж слишком, он слишком эмоционален, он слишком бодрый, он слишком весел. И этот стиль я люблю, и почему я люблю этот стиль? Потому что он несет в себе мощнейший заряд энергии и эмоций. А вот именно эмоции, вот самое что интересно, мне даже интересно из зала смотреть за зрителями. И смотреть, как этот стиль заряжает эмоции, ну, вроде бы вначале грустную публику, когда вначале приходит грустная публика. И вот самое интересное, вот самое даже более приятное для меня, когда из зала после концерта публика выходит наполненная эмоциями и веселая, когда люди улыбаются. Это говорит человек, который играет в симфоническом оркестре. Да, в симфоническом. А кто сказал, одно другому не мешает? Ребят, а вот сейчас вот вспомните самое яркое событие, которое у вас было. Ну, то есть вы перекурались или все, что только можно? Вот я вспоминаю честно, я вспоминаю, к примеру, вот 95-й год, когда мы очень скромные студенты, то есть и я в том числе, я был такой стройный, вы не поверите, там, вы можете показывать фотографии какие-то страшные. А у нас есть съемки. Половина меня, да. То есть мы просто, не имея ни копейки денег в кармане, вот собрали на билеты и без денег просто поехали в Сочи. И вот работая на базарах, то есть то, что мы заработали, едим, то, что не заработали. И вот так, то есть это было настолько действительно интересно, увлекательно. Мы поняли, что музыкант, то есть, конечно, пропасть не может нигде. И именно даря людям счастье, то есть и... То есть даря естественно его себе. И беря взамен деньги. Да. Ну не знаю, это было, вот сейчас я вспоминаю, это было самое увлекательное путешествие за всю мою жизнь. Приятный момент, потому что мы вот именно в тот момент именно почувствовали себя вместе. Именно вот такой семьей очень такой дружной, которая вот уже вот столько лет вместе. И никак не можем себе позволить даже думать о том, что мы когда-нибудь расстанемся, потому что как бы ну, для каждого из нас этот день будет просто последним. Thank you.
Thank you.